Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть игру God of War. Так, мы сейчас забили только что третьего дракона. Что у меня тут? Ага. Забили третьего дракона. Освободили. И сейчас мы пойдем в какую-то там темницу, светлицу, не знаю, хижину, хибарину. Ну, я не знаю, как это называется. В общем, мы туда сейчас направляемся. Путь у нас лежит именно туда. Да, вот этот, кстати, третий дракон был чересчур легкий. Может, из-за того, что я был раскачан. Но сам факт уничтожения камней был легкий. И искать не пришлось. Так, надо посмотреть, что у меня. Так. Нет, не сюда. Так, низкий шанс получить прилив здоровья. Так, не то. Так. Все так. Так и так. Ну что ж. Пойдем посмотрим. Да тут разруха. Чего ты ожидал? Не знаю. Больше порядка, наверное. Порядка? Может, тронный зал лучше сохранился? Прогружайся давай. Ага. Так. Здесь мы пока не можем. Взяли рубли на серебро. Теперь давайте и узнаем еще одну историю. Смотри, тут еще. Почитаем. Старкадыш. Ого, сколько рук. Да уж, точно. 6, 7, 8. Это же можно из 4 луков стрелять. Он предпочитал мечи. Глаза-то у него было 2. Тор его немного обкарнал. Он всегда так делает. А, кто так делал? Тор... Вот он садист, извращенец, этот Тор. Так. Святилище. Нет, у меня интересная история. Восьмирукий великан отбивался 4 мечами, но Тор оказался сильнее. Почему боги на него ополчились? Пец. Чего он ему плохого сделал? Не знаю. Люди его любили. Это они из Тора живодера сделали какого-то. Мучителя. Давай посмотрим, что здесь. Опа, там мертвец. Нет? Нет. Что это? Чары. Эпические чары. Надо посмотреть. Так. Нет. Так, ладно. Так, броня. Сейчас посмотрим, что за эпические чары. Знаки стихии. Повышение скорости накоплений вечной мерзлоты или жара на 7%. Ага. А это что? Так, живучесть восстановления. Ладно, пока не хвораем. Так. Понятненько. Так, пошли со мной. Опа, кто на меня? Где? Никого. Странно. Ты слышишь? Нет. Ш-
Что слышишь, сын? Стоны и крики. Голоса целой толпы. Ты поесть преисподних слышишь? Наверное, старые духи, жертвы безумного короля. И все же... Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Но! Подожди. На! На! Получи! На! Ой, это я почувствовал. Подожди. Всех сейчас размотаю здесь. Да. Целая толпа скитальцев. Ничего. Эй, погляди, кровавый след. Ну-ка, давай посмотрим. Что-то я не понял, а что взял-то? Сила, удача, тут сила, защита. Низкий шанс вызвать призыв. Да. А может для топора я эту рукоятку взял? Не знаю. Опа. Агрессивность повысилась. Так. Ладушки, ладушки. Птица, кабан. Ага, вот так вот. Дракон? Дракон. Чешуйка мирового змея. Трон. Отодвигаю. За троном есть проход. Потайной ход! Ну, конечно. Что за тронный зал без потайного хода? Конечно. Кровище-то, кровище! Но свежий, видимо. Иначе откуда кровь? Что там? Что-то взял. Ты зачем туда идешь-то? Высшая жертва. Так. Моцогнир. Король гномов, один из сыновей Ивальди. Он правил людьми Вейтургарда и Конунсгарда. Сперва он был хорошим королем, но потом ему начало сниться, как его подданные умирают, и он почему-то решил, что их можно спасти, заставив охотиться на опасных зверей. Он поймал трех драконов, чтобы забрать их ярость, убил невинных людей ради их криков, а потом те же самые люди убили его самого, вернувшись в виде скитальцев. Это стало высшей жертвой. Говорят, из этих трех частей можно сделать какую-то легендарную броню. Посмотрим. Сын. Вот он. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Так, ну давай. Последние слова короля. Какое горе, что я осознал свою неудачу только теперь, когда жизненная сила покидает меня. Боги явились ко мне во сне и потребовали платы за деяния моего отца в Нильфхейме.
мои подданные, те, кто считал меня своим защитником. Каждую проклятую ночь мне снилось, как их терзают всевозможные звери. Их мог защитить только я и только с помощью две граи дикра. Я поймал своих опасных зверей, которых мне удалось найти, и начал строить миф. Первые два ингредиента мне подсказали сны, ярость драконов и крики невинных. И хотя драконы во множестве гибели тех, кто пытался их изловить, а слушать крики невинных оказалось неприятнее, чем я думал. Все это делалось ради общего блага. С третьей составляющей все казалось сложнее. Высшая жертва. Вот все, что мне было открыто. Я надеялся, что такой жертвой станет человечность, которую я потерял в ходе этих проклятых поисков. Теперь я знаю, что мне нужно было пожертвовать собой. Я оказался таким же глупцом, как мой отец. Моцогнир, сын Ивальди. Так. Ладно. Что здесь у нас? А, так я, в принципе, правильно пришел. Ну давай. Опа. То, что ты у него забрал, это, наверное, и есть три ингредиента, о которых говорил Брок. Могу уверенно сказать, что никогда еще мои глаза не видели ничего более странного. Так. Ну как Брок и Синдри будут что-то делать из вот этого? Не сбрасывай гномов со счетов. Да, они уроды, но находчивы. Как-то они сделали прочнейшую цепь чуть ли не с кошачьего следа. Да, кстати, прочнейшую цепь из кошачьего следа, да, было такое. Они волка ей связали, обманом натянули на него. И когда он освободится, настанет Рагнарёк. Так, у меня сейчас стоит вот это. Оглушение, мощный удар. Так, урон и пламя. Тут урон и пламени много. Не факт, конечно, что они стоять будут еще так, когда это все сделают. И птичьи слюны. Звучит как полный бред. Да. Но это легенда. Из кошачьего следа и света луны. Как так? Я не знаю. Вы действительно можете мифологию посмотреть. Там действительно такой бред описан. Так что... Если я не ошибаюсь, Белянин, замок Белого Волка, это несколько книг, фэнтези интересное. Почитайте, там небольшой такой эпизод во всех книгах, там в какой-то из книг описан про этого волка, как его сковали. Который Одина хотел завалить. Который завалил, я не знаю, там же... Поэтому... По-моему, это он. Замок Белого Волка. Если это не он, значит, это книга «Моя жена ведьма». Да. Ага. Так, не понял. Ну, предположим, раз-два я вижу. Понял, как это делается. Ага, ни хрена себе.
Да почему, блин? Еще разок. Блин, это сложновато будет. Да нифига не так. Да стой ты! Ух ты, как вонючий! Ждем, когда появится. Мать. Твою ж мать. Да я уж понял. А нахрен я так сделал? Нет, не так. Вот так. Все, теперь я понял, как можно сделать. Твою ж мать. Давай топор. Вот так. Ух, блин. Да, немножко надо было подумать. Все, символ везения какой-то один. Интересно, как тут все было раньше? В свое время Конунсгард был прекрасен. До того, как король гномов сошел с ума. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат. Да, ты сказал, доверие — риск. Королю гному не повезло. Ну что не повезло? Хорошего было или козел, не нам решать. А куда ты? В принципе, не сложно было. Ты что там? Испугался? Я вот нисколечко. Достал что-то. Легендарный, так чисто сущность Миро. Пыль Миро. Так, уверен, тут где-то ворон должен быть, нет? В таких местах вороны сидят. Вороны.
Одина. Так, а мне куда? А, так все, я могу тогда телепортироваться. Сиськи не мять, а сразу в телепорт. А, приехали. Идем. Только вперед. Разум зовет. Есть путь на севере, два на восход. Два, три. Мир, почему у тебя в глазах кристаллы Беврёста? Это подарок великанов. Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. Ага. А ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, Мимир кристальные сиськи. И да, было время. Ну, смешно. Ладно, ладно. Все, молчу. Так. Когда великаны доверяют кому-то настолько, чтобы помочь в путешествиях между мирами, они вставляют ему в глаз, в глаза кристаллы Беврёста. Такие кристаллы были у Тюра, у Мимира они тоже есть. Ничего, как они доверять-то доверяют, а? Как? Спрашивают, хоть нет разрешения это ставить. Пипец, это, наверное, больно. Представляете, кристалл в глаз это. Вы прямо сияете. Ну, то есть малец сияет. А у тебя за бородой ни хрена не разберешь. Так, а у тебя давай. Клинки теперь как и пою. Еще разок. Как-нибудь расскажешь мне, кто же сделал такую красоту? Ну и это все. Мы нашли материалы. Но они такие странные. Как изготовить броню из того, что настолько... Ну... Идин. Что? Идин нахрен. Это наша тайна. У нас свои методы. О. Так, удар по земле, так. Огонь Ареса. Ну, неплохо, давайте качнем, посмотрим. Так, огонь Ареса. А тут стоит. Разницы никакой, да? Ну, никакой разницы. Ладно. Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Королевский, так, ну даже не знаю, они мне... Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдри. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорил, все улажено. Ага. Давай дальше работать, пока я не расчувствовался. Блин, дымящийся уголек, у меня такого и нету. А это у меня только в минус пойдет, даже если я качну, мне кажется. А, качну. 6, это будет 7, это будет 8. Ярость драконов. Броня для рук. Крики невинных. Так. Сила, защита, удача. Ну давай, я хрен тебя за. Возьму.
Нет. Береги себя. Надо сначала сравнивать, перед тем, как что-либо напяливать. А, так у меня и это тоже 6. И это 6, и это 6. Ладно. Чего изволите? Чего? Так. А я что взял? Ну, стой, 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 я, блин, забыл, что я взял. Так, ну это пока что. Это броня надо для руки тогда. Ну, приведем вас в порядок. Броня для рук тогда. Увеличение всего наносимого урона от огня, повышение скорости накопления ярости на 10. Нет. Вот это, давай. Возьму. Недостойно, засрань. И мне надо еще броня для бедер. Так, это что у меня? Повышение скорости на... Так. Защита 43. Так, увеличить холода на 15. Так. Вот это вот. Теперь от тебя не отхватят по кусочку. Все. Купил, потом разберемся, что куда там. Было же что-то еще. Тихо. Пойдем. Так, мы куда, в святилище идем? За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. А ты не отвлекайся. Опа. Так, а куда-то я бегу-то? Здесь вроде не был. Руна Тюра, вот она. Оп. Эй, хоп. Хоп. Ага. Интересный механизм. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Так, это мы где-то внизу. Под... Ага, под механизмом. И сейчас мы будем... Как-то мы из мира в мир перешли, что ли? Интересно. Древо. Мы под залом путешествий между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Так, тут как-то немножко перевернуто поставлено сверх на голову. В этом плане. Как будто заблудившийся Джек Воробей. Наверху. Вижу. Не можешь стрелять, что ли, здесь? Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Не понял, мы только что оттуда пришли. Межмирье, как назвать это правильно? Так, мир между мирами. Внутри комнаты. Гобелены, наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Так, куда-то он ехал. Ага, стреляли куда-то. Людей вел, что ли, в пол. Полковой такой, как так, женщину забрал.
приковал кого-то там. Змей на него насел. Ага, с этой стороны то же самое. Я бы так бы и вышел. Ладно. Идем, ого, смотрим. Кто это? Тоже великаны, наверное. Идите. Потом. Все потом. Мы сейчас смотрим, куда нам топор бахнуть. Это лодка, что ли? Вдаль зовет меня. Зовет ладья. Осталось только с домом попрощаться. Ага, оттуда мы пришли, что ли? Да вроде нет. Или оттуда? Сын. Эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Так, ладно. Что движется? Все. Давай. Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Повернуть. О, начинается. Ого. Это они большие слишком уж. Вроде они не нападают. Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. На обоих бездну. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Аутер. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть куда нужно? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Одинаково безумны. Вот мы сейчас еще одну историю давайте посмотрим. Еще один. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Так. Это нам не интересно. Нам интересно миф связанный. Король великанов, у которого было очень много детей, говорит, говорят, что он явился из моря крови и умер, оставив море слез. Он мертв, но не убит. Для разнообразия. Понятно. Море слез. Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Ну, в дверь-то стучать. И в какую?
Снова эти ловушки. Ну и дела. Спасибо. Всем спасибо за внимание, нахрен. Еще и ломанулся, как путно. Кстати, а с другой стороны что? Да. Ладно, пойдем, здесь вроде полегче. А там между ними вообще место есть? Надо, кстати, посмотреть, между ними место есть. Ой-ой-ой. Подожди. Вон она. Опа. Вот так. Что за свечки тут или что за мусор? Кто такой треугольничек? Мемориал тут высек. Опа! Что-то взяли. Смотрим, что мы взяли. Браслеты так. У меня покруче есть. Эй, ты смотри-ка. Так, ладно. А откуда мы пришли? Так, мы отсюда поди забежали, наверное, сюда мы все-таки. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Что-то я не понимаю, почему она полный ход не идет. Так. Куда я должен зафутболить это? Ага. Конечно, иди сюда. Ага, блин, как-то не так. Какую-то надо было уничтожить. Ладно. По крайней мере, мы теперь знаем, как, какую надо уничтожить. И как. Ладно. Ну давай.
Еще надо. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Хм. Так. Да. Получилось. Конечно. Пора тебе действовать, брат. Открываю. Конечно, получилось. Брат, когда тебе брат стал? Ты вообще рогатый какой-то. Рогатый мне не братья. Теперь мы сможем расшифровать руны Нифльхейм. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то. Оставьте их в покое. Но это... Оставьте их в покое. Послание от Тюра. Он имеет в виду великанов. Говно не про нас. Разорви цепи. Давай. Подожди. Еще давай, там один спецназовец, он где-то прячется. Все, что ли? Не могу. Так. Что он сказал? Еще здесь руна. Возврата домой. Как мне назад что ли идти теперь? Что-то я не совсем пойму. Мне бы туда бы дальше бы пройти. Но тут прохода нет.
Кто? Шарики были, даже не поняла. О! Идем, еще вторая цепь. А, всего две цепи. Так что мне в любом случае надо было и туда, и сюда. Так, оттуда я вышел. Сюда мне надо. Опа. Это что? Пойдем теперь. Хочешь, сейчас я в другой край. А, это другой. Разнообразие – это очень важно. Так. Надо как-то, чтобы до дальнего мог добраться. Вообще не так. А теперь пробуем. Знаю. Так, мне как, пробежать надо или как сейчас? Вот так. Хрен знает как, но я как-то это сделал.
сидит такой, печалится, с белым светом прощается. Мания его есть, кличет, а он сидит, не слышит. Все, хмурится до хныч. Ага. Нифига не так. Ага. Еще разок. Нет. Внизу. Вот так надо еще запустить. Босс. А как мне-то? Ну давай попробовать отсюда убрать. Мне же один, да, надо достать, я так понимаю. Бежим. Ты, блин, здесь сундук. Я подумал, дверь. Ладно. Давай посмотрим. Чего такого в тебе выдающегося-то? Так. 4-2-4-4-2. Ну. А то, что я сам еще туда буду. Да. Ладно. Это все. Все потом. Бежать. Я смог. Мы уже так близко. Никогда не сомневался. Да ну. Давай. Блин. Сейчас-то кто будет? Тоже не сладко придется мне. Символ расчета. А зачем я это сделал? Ну да. Я чувствую, мне жизни, да, эти пригодятся сейчас. Валите цепи, разрывай цепи, скидывай их.
собственные оковы. Даже когда надо, там скидывают еще цепи, а не только здесь. Пусть они там сами подыхают. Да. Враг слева. Да. Сейчас мы всех размотаем здесь. А что там быстро-то? Как разматываться? Я что ли за тебя буду? Давай. Чтобы жить сахаром не казал. Все. Пока боги не подобреют. Пока боги не подобреют. Наверное, имел в виду никогда. Но кто долго знает. Ждать придется. Нет, это они просто нас ждут. Ой. Ты же бог, ты можешь делать все, что угодно. Ты так вроде в прошлой серии-то говорил. Скотина. Тебе еще потом предъявили, что ты и нам квахнули из-за этого. С такими же словами. Впереди враг! Так. Да. Подожди. Тоже да. Сын, слушай, перевернем храм. Слушаюсь. Давай не будем говорить перевернем храм. А как? Это начинает казаться нормальным. А как еще-то? Так, я откуда забегал? Ой, мне туда надо. Они в ряд встали. Оттуда я выбежал. Ну, ладно. Итак, я побывал там, я побывал сям. Мне наверх надо. Подожди, а как я сюда попал-то? Так. Точно мне сюда. Куда ты ломишься-то? Так. Эй, а как я сюда попал-то, кстати?
Я сюда спустился. Вот так. Блин, я аж испугался. Думаю, добыть такого не может. Я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. У вас в руках были цепи, вы их уронили, да? Там-то, по идее, цепи болтаются, еще мешаться будут. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Давай еще немного. Помогай, сына. Охренеть. Вот это пипец. Мощно. Потрясающе. В тот день, когда понадобится грубая сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Видишь, Мимир, никто бы не справился в одиночку. Давай. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Конечно. Все спорят. Мы с отцом. Ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. Я рад это слышать. Обратно хрен. Да. Храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я уже не уверен. Давай посмотрим. Что-то ты оттуда достать должен, да? Сын, где нож? Что-то спокойно уже проковырял. Без усилий. Это камень, корона, не знаю, что это. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да, ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? С этим камнем можно сходить с тропы, да? Мир между мирами. Так. Минутку. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Давай. Ты и правда это задумал? Конечно. Ай. Кстати, напоминаю, что собираю на видеокарту. Если вы хотите мне помочь, то реквизиты внизу под описанием. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока!